Ремляр закручивает рюш постепенно. Очень красивый сорт. Я его прям обожаю. Давненько он уже у меня по нынешним меркам, с учетом того, сколько выходит новинок ежегодно, коллекция у меня постоянно обновляется. Я оставляю только самых-самых, вот он у меня живет, поживает прекрасно в коллекции. Здесь у меня, надо уже фоткаться, шапка у Ле Лора, Ле Денди. Шапочка у Звездного перепляса начала отходить, надо залазить, снимать ее. Здесь вот такая шапка. С одной стороны розетка щербатая, видите, не на что опираться бедным цветоносом, но шапка обалдеть какой. Размер, вот видите, вот ее даже не отфоткаешь толком, потому что ну щербатая розетка вот на один бочок, а шапка со всех сторон какая. Ну, если только вот с той стороны положить розетку и сфоткать. Вот это вот издержки тех, кто держит по одной розетке и продает. Как бы иногда хочется красиво отфоткаться, а вот нет возможности. Благо у меня этот сорт уже красиво сфотографирован, как бы мне не горит, не поджимает. Вот. Ну и сейчас было бы неплохо, правда? Посмотрите, какая богатая шапка. Это Инде Квазар. Так. Рядом раскрывается. Вот как он мне нравится вообще. Вообще. Вот он действительно, ну вот вы можете сравнить, видите? Иногда, когда говорят, что вот он не такой синий. Он действительно не такой синий, как на камере. Но он и не фиолетовый, как квазар. То есть, если квазар как есть фиолетовый, вот он такой же есть на камере, то этот он действительно и синей такой. Фиолетово-синий цвет. Просто камеры, конечно, склонны синего добавлять, накручивать. Но вот я вам в действительности говорю, что у него есть синий оттенок фиолетового. Вот такая пестролистная розеточка. Бутонов там много. Я думаю, у нас будет хорошая шапочка. Я в предвкушении. Это тоже сорт Наташи Даниловой-Суворовой. НД Кандидат. Оптимара Юсимайт шапочка. Здесь ЛФ Коралловая мечта. Ну, тоже я не гонюсь за фоткой. Почему? Потому что у меня уже была сделана очень хорошая фотография. Давным-давно, не знаю, еще я в Пшаде жила, я фотографировала. Вот. И как бы я не стремлюсь повторно ее там под фотку подогнать, но просто ею любуюсь, когда она цветет. Это, конечно, был один из первых таких сортов с такой розеткой. Но чуть-чуть туговат на стадии детки. Потом, когда стадию стартера проходит, он уже быстро растет. И тут у нас вот зацветет вот-вот-вот-вот тоже НД. Счастливый Донецк. На днях покажу.